Бегом беги, ты еще. Плохо бежал, беги туда и обратно бегом. Зачем? До колокола и обратно. До колокола, беги, все, бегом все, назад. Все, скорее назад. Откуда не бежал, туда надо бежать. Все. Вот так. Хорошо стучал, молодец. Боже мой, все тут не греши. Создали мне, Господи, помилуй мне. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешным, помилуй, благослови. Я святые дары, дарую мои твоей десницы, словом истинной молитвы. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. И научи этому детей не быть себелюбивыми, но заботиться о ближних. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Так, кто работал с детьми? Дядя Володя. А где он? Дядя Володя. Давай сюда, быстро вообще. Он сейчас тесто закладывает. Ну. Что он там у пешки-то? Загляни, там огонь какой там есть, что-то. Не стой на месте-то. Поактивнее работай. Сразу вторую партию будешь готовить? Просто туда угли переложил, да, соседние? Там печь горячая, дети горячая. Дети хорошо работали, можно сказать. Дети работали хорошо. Вот, работа теперь каменщика требуется. Под самый потолок. Кирпичами лучше, она дольше хранит жар в себе. На железе, просто железкой прикрывать. Прикрывай кирпичами. Все. Господи, благослови. Все. Иди сюда. Поверни фуражку. Так, ну рассказывай, как работали. Отлично. В две колонны выстроились. И все, я как говорил, так получилось? Да, и где-то примерно... Виктор Николаевич был? Был в начале, а потом ушел, ему говорит, там с машины ремонт надо было заниматься. Ну, все выполнили? Да, и которые наколотые дрова были, мы сложили. И примерно каждая колонна выложила по 2000. Хорошо. Никто никого не повредил? Нет, нет, слава богу. Главное, это нарушители, кто поленьями кидался, то уехали. У нас поленья нормально передают. Ну, слава богу, у нас тоже падали деревья, никого не зашибли. Так, сегодня идти на богослужение. Сейчас только поедят дети и дать им отдохнуть. Служба длинная. А почему? Потому что завтра день Петра и Павла, два апостола. Церковь празднует их кончину, то есть их Павлу голову отрубили, римский гражданин имел льготу, чтобы его не вешали, а голову отрубили. Сколько или нету. А Петра распяли вниз головой. Но они умерли в разные года и в разные дни, но церковь их соединила вместе и назвала первоверховными. Даты-то условные все. Ну, и платочки, наверное, посмотреть можно. Да, можно. А у кого нету? Выйди сюда. Сейчас проведите. У кого платочка нет? У меня целый два. Настя, у тебя платочку положи.
Ой. У всех есть. Ну давайте за стол. Значит, подождите, за стол. А мне некуда было достать. Давайте. Знаете, у меня целый. Два не надо, один надо. Благо. О, мой Бэтмен. Дежурный дорогой, вон там ты стоишь. Так, это Володя возьмешь, а этот мне сразу найди гаманок и положи сумку. Я с Агнией. Что? Есть. Тоже есть. Так, внимание. О, как они кричат. А кто мне будет кричать, когда вы уедете-то, а? Мухи. Говори. Брат дорогой, ты от раздачи, от моего места. Добрый. Будь добр. Какой? Ну? А тут в самый раз. Да с кем? Да с Игорем передать. А кому передать? Тебе? Ну, он не на бланке, на простой бумаге. Ну, давай, давай. Все тогда. Оригинал, который насчет этой квартиры-то? Где вы с Надеждой были? Так они копия этого у Елены, она может прислать. Я дежурного. Ну, оригинал-то как я дам? Просто так оригинал, как она посылала. Он как холодный? Горячий? Свежий, да? Я подписал, и она у нее там в подписи, они ездят. Хорошо. Да и почтой можно добавить. Это икра называется голяния. Хорошо. Хорошо, хорошо. Икра. С Богом, да? Владимир Юрьевич. Так, давайте. Кушайте. Кто разговаривал сейчас? Кто разговаривает, должен выйти и стоять здесь. Даже одного слова нельзя говорить. Неохота стоять здесь. Жди, когда подадут, и ешь с молитвой. Перекрестись и ешь. А это что за угольки дали? Опять сожгли. Кому это нужно? Фу. Ну неужели трудно вот это вот готовое посмотреть, хотя бы вытащить? Катя. Чья работа? Не знаю. Не знаешь. Игнатий Тихонович, мы даже не были в курсе, что там стоит духовка. Ну это значит Никита. Если сунул и не сказал, он или испарит, или сожжет, или что-то. Это Никита. Даже могу не проверять. Угадал, Никита? То есть это на выброс. Он засунул туда, я включил и пошел. Дяде Никите и дяде Володе. Значит, включать категорически запрещается, а отдавай им, они сами будут включать. Испортил. На 100% порчи. Все, садись с собой за стол, то идти надо.